сообщении Генштаба ВСУ от 14 февраля 2024 года говорится. Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников». В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки. Корабль атаковали ударными морскими дронами «Магура V-5» еще в темное время суток. Ночью были слышны серии мощных взрывов. Возможно, корабль перевозил боеприпасы, что для российских БДК в Черном море является типичной задачей. В итоге «Цезарь Куников» получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Поисково-спасательная операция РФ успеха не имела. «Цезарь Куников» БДК-64 – один из больших десантных кораблей проекта 775, по кодификации НАТО, класса «Рапуча», являлся одним из новейших российских судов. Это серия кораблей, которые Советский Союз строил для своего флота в Польше на верфи в Гданьске. Бортовой номер – 158. Его полное водоизмещение – 4000 тонн. Экипаж – 87 человек. Такие корабли предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье, переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки, и выгружать их прямо на береговой плацдарм во время десантной операции. Во времена Советского Союза входил в состав 197-й бригады десантных кораблей 39-й дивизии морских десантных сил с базированием в Новоозерном, Крым, Донузлав. Его назвали именем советского офицера Цезаря Львовича Куникова. Кстати, в этом уже увидели некоторый символизм. Ведь герой Советского Союза, именем которого назвали корабль, был убит ровно 81 год назад. Что касается БДК, то ранее он был подшефным кораблем Зеленограда и Челябинской области. Цезарь Куников участвовал в операции «КФАУР» в Косово и российско-грузинской войне, осуществлял обеспечение сирийской армии. Данные корабли в последнее время использовались россиянами преимущественно как транспорт в логистических цепочках своих войск. Украинские силы обороны в начале полномасштабного вторжения уже пытались уничтожить БДК «Цезарь Куников». Так, в апреле 2022 года в порту Бердянска ВС уничтожили большой десантный корабль «Саратов», а «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения. Кстати, БДК «Новочеркасск» уничтожили в Феодосийском порту 26 декабря 2023 года. Тогда ошметки корабля после взрыва разлетелись по всему городу. И хотя тогда кораблю «Цезарь Куников» удалось спастись, этого нельзя было сказать о капитане БДК Александре Черви, погибшем от ран, полученных в бою с украинскими силами. Таким образом, «Цезарь Куников» уже пятый большой десантный корабль и четвертый проекта 775 или класса «Рапуча», который удалось поразить Украине. После десантных кораблей «Новочеркасск», «Минск» и «Оленегорский горняк» уничтожили корабль проекта 1171 «Саратов».